особому рецепту, да, который делает только там ваши повара. Повара приезжают с разных стран. Ну вот, когда у вас, не знаю, наверное, никто не пришел в Сумляж в августе с вашей звездного туризма, видели отель, у нас была инфогруппа из Украины в августе на 4 дня, и мы ужинали как раз таки в таком ресторане. Вот, на тот момент у нас был шеф-повар из Израиля, готовил очень такие необычные кухни. Для меня это было открытие, потому что я еще такого не пробовала, такой концепции, да, что-то новое, что-то интересное, поэтому именно этим рестораном мы часто делаем как рекламу всему отелю. Если вы подпишетесь на Инстаграм, то вы часто будете видеть именно коротенькие видео от поваров с ресторана, одновременно показывающие кусочки отеля. Но вот мы делаем упор на то, что у нас есть такой необычный ресторан. Нет, они приезжают на неделю. Да, допустим, на неделю приехал один знаменитый шеф-повар, который там по королей готовил еще. Через неделю другое. Расписание всегда у нас есть в маленькой книжечке во всех номерах. И также на ресепшене выставляется информация, какой шеф-повар, вся информация. А в интернете, ну там заранее. Отправили. Заранее есть? Ну, может, что-то да, приехать. Конечно, да, есть, конечно. У нас есть целое расписание. Если надо, мы поделимся. И в интернете тоже выставляется, когда шеф-повар. Надо еще барменов завозить, ну, специальных. Ну, на следующий год у нас, во-первых, в любом случае будет расширяться штат сотрудников, поэтому, что в этом году, вы знаете, мы открылись очень поздно, и, может, мы не всех смогли найти, кого бы мы хотели, но обязательно будет и штат барменов. Кстати, бармены у нас очень, даже как-то немного, но они у нас профессиональные, и именно коктейли придуманы нашими барменами, разработаны. И даже вот эти вот интересные всякие книжки, это тоже делают конкретно наши профессиональные бармены. На следующий год, конечно, штат будет больше, это я могу сказать точно. Вот. И весь персонал будет нам уже зимой и к открытию, и уже все будет готово, как нужно. Вот. Что касается основного ресторана, мы, наверное, вносим в турецкую культуру ательера новую концепцию. И концепция – это нестандартно все включено, он как бы, да, тоже все включено, но люди привыкли видеть на шведском столе вот много, всего много. Вот очень часто в отелях вроде бы всего много, но по сути ты берешь из этого два блюда. У тебя будет стоять 15 салатов, но съедобных из них будет 2. Потому что половину салатов будет, в принципе, нашему человеку не совсем понятно. Это с макаронами, с колбасой, колбасы с макаронами, только колбаса без макаронов. Да, ну, такие вот, знаете, салаты, вот турецкий коктейль. Этого нет. Этого нет, и, возможно, глазу человека, который туда приезжает, он сразу так, а где вот это вот горы еды? Именно финесс этого нет. Поэтому, если, допустим, туристы любят, да, уж валилось, да, но при этом все равно из этого ничего не есть. Но главное, чтобы глазу было приятно, именно финесса этого нет. Все сделано грамотно, все сделано только то, что люди будут есть. И салаты не делаются, да, огурцы с помидорами, тут помидоры с огурцами, просто побольше полезно. Нет, вот огурцы, вот помидоры, вот салат, огурцы. Все, то есть, грубо говоря, 4 вида оставляется, когда в других отелях все то же самое, но только в 15 позициях показывается. То есть это тоже такая отличная модель. Поэтому туристов обязательно нужно информировать, потому что очень часто неправильная продажа потом получает у нас такие не очень хорошие отзывы. Многие не готовы к этому дизайну, к этому стилю. Многие не готовы к тому, что у нас анимация очень-очень-очень спокойная, да? И все ждут, что днем были все зажигают возле сына, устраивают пол-парти на фамилии, да? Финесса спокойный, хороший, семейный. Вот это уже другой уровень, другая концепция. Поэтому отель не для каждого. Но те, кто это понимает, этот концепт, они на самом деле возвращаются к вам. У нас в этом году даже уже были повторные туристы русскоязычные, которые приехали при открытии, даже прям ошибились, вернулись в сентябре еще раз. Ну что ж, дорогие, я предлагаю вам попробовать чайный гриб, немножечко остановиться и попробовать. Чайный гриб. Грибочков. Возьми мне грибочков.